30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. Согласно статистике, ежегодно в России пропадают без вести более чем 70 тысяч человек. Волонтеры «Лиза Алерт» ежедневно ведут поиски. Вот и сейчас они просят жителей не оставаться в стороне и откликнуться на поиски пропавших орловчан. В деревне Ледно Урицкого района пропал Демус Григорий Владимирович, 56 лет. С 26 августа о его местонахождении ничего не известно. Рост мужчины 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые. Волонтерами также ведется поиск Лаврухина Михаила Ефимовича. Пенсионер 74 лет, является уроженцем села Селихово Знаменского района. 17 августа 2018 года около 18:45 ушел из дома в неизвестном направлении. Нуждается в медицинской помощи, возможно, потеря памяти. Всем, кто располагает сведениями о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии 8 800 754 52 или 102.